«Служу России». С такими словами 150 слушателей Центра профессиональной подготовки завершили обучение на курсе спецподразделения Национальной гвардии. Учеба в центре для них не первый этап служебной деятельности, но один из важнейших, который определит дальнейший карьерный путь. Окончание профессиональной подготовки явится дальнейшим допуском к исполнению обязанностей самостоятельно, не только к исполнению обязанностей, но и прежде всего к выполнению боевых служебных задач. Вот что является определяющим на данном этапе их службы. Сотрудники центра отмечают, что по сравнению с предыдущими курсами уровень профессиональной подготовки этих слушателей изначально был выше, а здесь им дали лишь недостающие знания и навыки. Профессиональный уровень при их подготовке растет на местах, но, соответственно, мы им даем те знания, которые им не достает. И они выпускаются более подготовленные, готовы служить Российской Федерации. Среди выпускников два обладателя краповых беретов, высшей формы поощрения сотрудников спецназа. Один из них – Виталий Пигалев. До поступления в учебный центр он служил по контракту в ОМОНе. Там и проявил самые достойные качества, чтобы иметь право носить такую знаковую вещь. Обучение в центре дало ему намного больше, чем профессиональные навыки. Здесь он нашел друзей. Потому что спецназ всегда работает в коллективе. По одному никто ничего не сможет сделать. Самое главное – это сплоченность, то, что все вместе преодолевали какие-то сложности, ходили на занятия, на учениях, стреляли, физическую подготовку, все делали вместе, и это сплотило коллектив. Впереди у них длинный жизненный путь, по дороге которого им предстоит доказать себе и другим, что именно они те люди, в чьих надежных руках будущее страны. Юлия Погосян, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.